Всем привет! В этом видео я покажу, как отключать и включать квартиру на домофоне Eltis DP400DC16. Для начала давайте мы проверим то, что у нас работает квартира. Кстати, я хочу сказать, когда у меня звонит, трубка звонит, у меня начинает фонить громко. Поэтому иногда придется делать вот так вот. Мы, в общем, проверим то, что у нас работает третья квартира. Для того, чтобы отключить, вводим 1, 2, 3, 2, 1. Появляется надпись «Пар». Дальше 5, 4, 3, 2, 1. Пароль по умолчанию. Появляется надпись «Sell». Нажимаем 2. И вводим квартиру. Нажимаем 3, с которой мы будем разбираться. Проматываем до пункта PF030. У нас горит 0, квартира включена. И если мы поставим 1, то мы отключим квартиру. Чаще всего 1 включить, 0 выключить, но тут все наоборот. Выходим из меню. Нажимаем 3, квартиру. И мы позвонить не сможем. Высвечивается надпись Error 6. Это значит, квартира отключена программно. Включаем ее обратно. Повторяем те же действия, что мы делали в начале. Нажимаем 0, чтобы включить. Все. Ну, в общем, вот как оно работает. На этом все. Автор видео Каштанов Илья. Всем спасибо за внимание. Всем пока.